На конкурс дети читают стихи. Рыжова Алина Андреевна, 12 лет, город Волгоград. О, как убийственно мы любим, Федор Тютчев. О, как убийственно мы любим, как в бурной слепоте страстей. Мы то всего вернее губим, что сердце нашему милей. Давно ль гордясь своей победой, ты говорил, она моя. Путь не прошел, спроси Светы, что уцелела от нее. Куда они девались розы, улыбка уст и блеск очей. Все опали, выжгли слезы, горючей влагой своей. Ты помнишь ли при нашей встрече, при первой встрече роковой, ее волшебный взор и речи, и смех младенческий живой? И что ж теперь, и где все это? И долговечен ли был сон? Увы, как северное лето, был мимолетным гостем он. Судьбы ужасным приговором твоя любовь для ней была, и незаслуженным позором на жизнь ее она легла. Жизнь отречения, жизнь страдания в ее душевной глубине, и оставались вспоминания, но изменили и они. И на земле и дико стало, очарование ушло. Толпа, нахлынув, в грязь топтала то, что в душе ее цвело. И что ж, от долгого страдания, как пепел сбречь удалось, боль злую, боль ожесточения, боль без отрады и без слез. О, как убийственно мы любим, как в бурной слепоте страстей, мы то всего вернее губим, что сердце нашему милей.